Молодой человек, можно задать вам пару вопросов? Постойте. Моторочки заглуши, бензин не казенный. Здравствуйте, вы давно на острове? Да вот только прилетел. Вы не боитесь садиться в чужие машины к двум незнакомым дядям? Вы взрослый мальчик? Ну уже да. Ну, присаживайтесь в машину, поговорим тогда. Да не бойтесь вы. О, смог. О. Отлично. Так. Значит, смотри. Новичок. Прибыл на остров, да? Что там за цель? Какие цели в жизни? Пока не знаю, освоиться. Ну, освоиваться. Как ты собираешься освоиваться на острове? Ну, я не знаю, Пока не там... знаю. Не, ну я тебе могу расписать сейчас все пути развития от и до, и ты сам можешь выбрать на самом деле. Смотри, ты сейчас можешь побежать, устроиться на бирже труда и бегать. Ты видел людей с коробочками бегают? А, еще пока не успел. А, ну увидишь их еще. Бегать тебе придется долго, ну очень долго. Чтобы там купить первую машину, даже такую дешевую, вот эту, как у нас. Вот на такую ты будешь копить, я не знаю, всю жизнь оставшуюся. Вот видел, там грузовичок проехал. Второй вариант развития. Второй вариант развития заключается в быстром достижении цели и результата на острове. Практически моментальном. И мы готовы тебе предоставить средства для этого. Как тебе такой вариант? А что я должен делать? Это уже должен, наверное, водитель объяснить, что он должен делать. Водила? Или мне за тебя? Я вообще не при делах. Ты вообще не при делах, да? Я просто еду. Съешь шоколадную конфету, там в машине лежит, понял? В общем, мы даем тебе пистолет. Мы даем тебе одну липкую ленту. Твоя задача найти человека богаче. Естественно, к одиночку против нескольких, против толпы ты не выстоишь в любом случае, без вариантов. Кстати, стрелять тоже особо тебе не стоит. У тебя руки будут трястись. Ты с самолета только слез, и у тебя руки трясутся. Понял? То есть стрелять особого смысла нет. Твоя задача моментально заработать бабки. После этого ты отдаешь нам пистолет и продолжаешь жить на острове. Ну, уже как тебе вздумается. Считай это социальным экспериментом. Какой-то странный эксперимент. Ну, что поделаешь, они мы такие, жизнь такая. Если ты думаешь, что это какая-то подстава, то ты сильно заблуждаешься. Это помощь новичкам. Знаешь, кто-то помогает, это давай. Ну, есть такая организация здесь на острове. Альянс. Помогают новичкам, дают какие-то грузовики, чтобы они ехали там, что-то там, блин, медянку колотили там или еще что-нибудь такое. Понял? А мы вот таким способом помогаем. Как ты думаешь, какая помощь лучше? Здесь и сейчас, или на медянке и потом? Блин, он что-то какой-то молчаливый, это меня нервирует. Я думаю, какая-то сомнительная мы. То есть ты предпочитаешь первый путь развития? Потому что это без вариантов будет.
Это шанс, понимаешь? Мы даем тебе шанс. В принципе, мы хоть сейчас можем тебе дать кирку и отправить на медянку, это не проблема. Мы даже, в принципе, сейчас в ее сторону едем. Так что ты решил? Просто у нас тоже время ограничено. Надо следующим людям помогать. Ну, помогите, наверное, тогда следующим. Понятно. Возьми в машине кирку. Это твоя жизнь. Сейчас я тачку открою. Возьми в машине кирку. И будь счастлив. Ведь это наша цель. Чтобы на острове люди были счастливы. Он взял кирку? А нахера мне кирка? Ну потому что это твоя жизнь. Это было пиздец, как грустно, блять. Это было чувак, пиздец. Чувак, походу, охуел, блядь. Это да. Это просто, не знаю. Ну, блин, ну я не знаю. Ну, человеку дается шанс. Майки ручилась, блядь. Как ты назвал? Чё за сейчас сказано? Привезли, блядь, к рабам каким-то, блядь. Сука, я не могу, это реально смешно даже как-то. Да, это грустно, смешно. Да, блядь, это... Подожди, не, чё он делает? Мне интересно. Сейчас я даже развернусь, блядь. А что он делал? Он сейчас с людьми обсуждает, как тут денег заработать на медянке и как ему отсюда выбраться или еще что-нибудь. Да не, он стоит и смотрит на них, подожди, а? И возле него кирка, он не взял ее. Что он делает? Почему ты думаешь, что он не взял? Он там... Ну я видел, что он не взял. Он просто... Я рядом с ним положил кирку, он стоит и смотрит на меня. Нет, он что-то бегает уже. О, он обратно что ли к нам решил побежать? Мы не такси. Сюда полиция приедет, надо сюда ездить. Слышишь? Лучше давай следующего кандидата и найдем. Погнали. На бензин только заправиться. Они уже полицию вызвали, вот я уверен. Погнали. Ой, полиция, помогите, помогите, да. Полиция вам не поможет. Смотри, он побежал обратно, он обратно бежит. Вот есть ли он там? Давай его обратно привезем. Да зачем? Мы только ленты потратим. Судьбы не уйдешь, сука. Постойте, молодой человек. К вам еще остался ряд вопросов. Каких? Молодой человек, вы походу не поняли. Это ваша судьба. Вы выбрали этот путь. Я нет. Ну вы выбрали этот путь. Так что вам жить здесь всю жизнь.